товарищ капитан, раньше тут не было никого. Что будем делать? Приготовились, будем этих крепить. Наряд, який відправили на станицю, зник. Зв'язку з ними немає. Їх уб'ють, якщо я не приїду особисто. Що у нас сьогодні ще поганого? Просто в определенное время ты нам поможешь, чтобы твоя часть мирно перешла к нам в руки. Зрада. Уйдите, мы всем дадим выйти. Залишати частину наказу не було. Они вас всех поубивают, если не уйдете. Куда? Они хотят, чтобы Саша сложил оружие и вышел со своими парнями. Тихо, мирно. Спокойно. Саша не зрадить. Я прийняв рішення дати бій. Щоб ніхто не сумнівався, перший постріл у ворога буде моїм. Увага! Всім наказую відступати! Потрібна підтримка авіації! Слышишь, это наша земля, это моя родина, мы за наш народ воюем. Или за Россию, забыл сказать. Вообще понимаешь, что через неделю будем у вас под Харьковом. Если широко шагать, можно и штаны порвать.